Итак, друзья, снова здравствуйте. Мы подъезжаем к повороту. И с этого поворота начинается наше движение в сторону Ритц-Карлтон отеля. Давайте мы так вот займем позицию. Вот он, этот поворот. Мы ждем красного света на светофоре. Вокруг отеля находятся такие комьюнитис для людей, которые любят поиграть в гольф. Вообще побережье усеяно здесь, помимо троп, по которым люди ходят, очень живописные тропы, точнее то, что вокруг них очень живописное, но также здесь очень здорово играть в гольф. Поэтому вы сейчас увидите такие домики красивые, но тут же, насколько я помню, слева, вот если не снесли, по левую руку, там будут стоять мобил-хоумы. Вот я могу ошибаться, но, по-моему, там так и было. Вот. Сейчас увидим. Поехали. Возможно, что вот в этих домиках слева, там попроще, там, может быть, обслуга живет всего этого хозяйства. Трудно сказать. А может быть, это и не мобил хоум, не знаю, тут что-то такое написано. Да, да, это да, мобил хоум, ну такие довольно приличные. Вот, дорога, можно сказать, это их собственная дорога, там ничего нет общественного, да, здесь как бы все такое частное. Так, а вот уже справа у нас гольфовое поле. Хотя оно так немножко, может быть, за заборчиком, но просматривается неплохо. Так, так, так. Да, люди играют. Да, а в отеле есть там ресторанчики. И если вы, например, находились, нагулялись, вы можете пойти и там покушать. И когда вы там покушаете, то... То, что вы за паркинг заплатите, там вам списывается. Вот тут уже стоят красивые дома справа, я не знаю. Да, да. Ну, я не уверен, что видно, да. Зато их впереди видно. Тут их целая такая вереница по правую руку. Они, наверное, сейчас выросли в цене. Они раньше-то стоили все больше миллиона. Понимаешь, они не просто дома, они дома в комьюнити. То есть ты должен там как-то вот... Association fee, ты должен туда вступить и так далее, да. Конечно, у них вид из окон изумительный, прям вот на поле, на океан, но еще и на дорогу тоже. Но смысл в том, что для того, чтобы здесь жить, надо любить играть в гольф. Вот видишь, смотри, слева сколько тележечек гольфовых. Вот. Да. И там ребят подходят, садятся. А что это такое? Это что, на паркинг такая? Да, у нас очередь, да, что ли? Да, да. Такого я не припомню, чтобы Free вот... Free Public Coastal Access Parking. Ну, это где-то там дальше. Мы обычно на фри паркинг не ходим, а мы ходим на паркинг гостиничный. Это так называемый валет паркинг. То есть ты оставляешь машинку, ребята ее забирают, и потом на обратном пути, значит, ты даешь им билетик, они тебя пригоняют. Хотя в теории где-то есть бесплатные тоже, я не знаю, мы, по-моему, никогда там не стояли. Ну вот написано фри парк, но мы никогда не пользовались. Мы никогда не пользовались, да. Вот вы видите, там такая типа сторожевой будки. Стоит паренек в фирменной одежонке, значит, отеля. Я не знаю, видно вам или нет, но вот здесь только что птичка колибри летала на цветочках. Вот слева на синих цветочках она их как-то так крылышками махала. Можете вернуться, посмотреть. Была птичка колибри. Значит, он нам объясняет там, куда ехать, что-то где парковаться и так далее. Что-то он там вам рассказывает. Да. Не спеша.